Га-га-га-га-га-га-га-га-га. Так. Бр-тр-тр-тр. Трач-тару. Торчится так-так в такте, так-так в такт. Торчится тар-так-тару. Трак-т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 ак. О, часть за кулиска. Так-так-так. Что это Трак-так-так. ты тут так-так-так-так-так-так делаешь, а? Тренует дикцию. Ты молодец вообще. Знаешь вообще, что тебе скажу? Я вот тебя тут учу, тут актерскому мастерству, вот рекомендую тебе занятия по сценической речи. А ты, по-моему, тоже так очень хорошо продвинулся. Ну вот, в отличие от меня, например. Да. А, знаешь что? Что? Я вот тут вчера посмотрела фильм, который называется, как же называется-то? А, «Как я развязал Вторую мировую войну». А, я корреспондент другому войны световому. Да, ну, видимо, тебе это больше известно, а я никогда этот фильм не видела. Так вот, я поняла, что, оказывается, польский язык-то не такой уж простой для, ну, произношения. И я подумала, что если я выучу несколько польских слов, то тогда моя сценическая речь будет просто идеальна. Вот скажи мне, как вы звали того главного персонажа из этого фильма? Вот даже не помню, не помню, как он, как он? Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. No, to nie było jego prawdziwe imię. To tak. Да подожди ты со своим правдивым именем. Так, еще раз повтори, пожалуйста. Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. Подожди сейчас. Брзебаш, бжинь, Grzegorz. степень Grzegorz. Брзебош. Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. Ой, слушай, давай чего-нибудь попроще. Ну, всегда же нужно с чего-то попроще начинать. Может быть, какое-то словечко, ну там польское такое простое Jakie? есть. No powiedz po rosyjsku, ja przetłumaczę. Да откуда я знаю? Ну, скажи какое-нибудь слово. To dawaj. Какое может быть слово? Źdźbło. No, od trawy takie. Źdźbło. Что? Źdźbło. Не брже, ничего не понимаю. Давай что-нибудь еще попроще. Ну что? No, na przykład szczęście. А похоже на наше счастье по-русски. No tak. Ну да, а может так и сказать просто «счастье». По-моему, хорошо Нет, звучит. szczęście. Давай Сюда, проще, не гуди. подожди, сейчас я соберусь с мыслями. Так? Счастье. Честь, короче. Ой, чуть погибаю вообще. Но! No, а, например, безвзглядный. Безвзглядный. Безобгуэндный. Так? Не, безвзглядный. Слушай, Dobra, кажется, я не nie, nie, справлюсь. słuchaj. No, a wiesz, jak ty byś się nazywała po polsku? Как? Czekaj. Zakulisowiczówna. Какая чучувна? Zakulisowiczówna. Почему это за кулиса совичувна? Я что это за как No, за лис? kuliska, a po polsku byłabyś zakulisowiczówna. Panienka zakulisowiczówna. Panienka za kulisa. Слушай, давай мне это не. Давай, вот, давай, может быть, вот напоследок какую-нибудь такую, вот знаешь, вот какую-нибудь скороговорочку. Я вот ее так вот быстренько выучу и вот сразу стану идеально говорить. Шибко Да, мówisz, очень так? быстро. Давай какую-нибудь скороговорочку. Давай. W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie. A Szczebrzeszyn z tego słynie.
Дедушка, но... по-моему, это слишком сложный язык для меня. Ну, ты хотела ошибку себе научить, то прошу. Щебже, бжини, бжини, жжини. Ничего не понимаю. Щебже, жжини, хшонщ, бжини, ччини. Мне кажется, мне нужен индивидуальный урок. Пойдем об этом поговорим, а? Давай, ну, только медленно, пожалуйста, давай. Щебже, что там? Ну, пойдем. Чайку попьем.